Установка на победу. В этом зале по-другому никак. Самбо по зрелищности и бескомпромиссной борьбе сегодня дает фору многим единоборствам. Уровень подготовки у борцов более чем серьезный. Все спортсмены тренируются практически каждый день. Планы на будущее глобальные. Я занимаюсь самбо с 6 лет. Мне очень нравится этот вид спорта. Я хотел бы, чтобы меня узнал весь мир, и я поехал на Олимпиаду. Еще больший спортивный азарт и накал страстей в зале борьбы среди девушек. То, что самбо не женский вид спорта, для них лишь стереотип. А если кто-то готов с этим поспорить, то ему придется занять место уже на ковре. Я считаю, любой вид спорта женский, если так хочет сама девушка. Я захотела, потому что мне нравилось, и тренироваться очень интересно. Мне нравится бороться. Самое сложное на любом турнире – это справиться с эмоциями во время поединка. Но здесь за дело берется та самая женская мудрость. Проигрывать – это не так уж и плохо. Главное – не расстраиваться, ведь все равно когда-то еще выиграешь. Бороться с переживаниями и неуверенностью спортсменам помогает группа поддержки. Самбо – эмоциональный вид спорта. Ногу на шею положи! Ногу на шею дай, делай! Ярко, громко и интересно прошел турнир в Центре единоборств. Он объединил спортсменов из 250 городов России. Санкт-Петербурга, Брянска, Владимира, Иваново, Королева и, конечно же, Мытищ. Участников турнира поздравил президент Федерации самбо Московской области. А наш вид спорта все-таки более чем 100 стран в мире поддерживают. Ну, вы сами видите, какие реальные дети, как они сейчас вот борются, реально уже такие взрослые. Молодые мужички, которые сегодня, вот, в отличие от их сверстников, не лежат у дивана, не кушают чипсы, не смотрят телевизор. Они утром встали там, в 5, кто в 4, наверное, утра, кто в 6. И они здесь. Наши борцы успешно зарекомендовали себя не только в регионе, но и в стране. Это во многом поспособствовало заключению официального соглашения о сотрудничестве между администрацией муниципалитета и Федерацией самбо Московской области. В Мытищах этот вид спорта, наш национальный, развит очень хорошо. У нас регулярно на базе учебно-тренировочного центра. Здесь, на этой базе, проходят соревнования различного вида. Поэтому Мытищи к этому готовы. Готовы давно, и осталось только соблюсти формальности и подписать наше соглашение. Формальности соблюдены, дело за малым – покорять новые вершины. Медлить участники турнира не стали. Мытищинские борцы показали на соревнованиях отличные результаты. В копилке сразу несколько первых мест. Для меня это радость большая, потому что эта победа продвигает меня на следующие соревнования. Это опыт, это призы. И все остальное. Этот турнир дал старт началу проекта «За самбо в Мытищах». Решение о его создании было принято на президиуме Генсовета партии «Летом». Наш городской округ первым на территории Московской области приступил к его реализации. По статистике, в Мытищах занимается более 4000 детей, именно вот в официальных школах бюджетных наших. И этот спорт очень востребован. И давайте честно, надо не забывать, что это вид спорта, который появился именно в свое время в Советском Союзе. Это традиционно российский спорт. Даже на праздничном турнире, посвященном спортивному празднику борцов, они занимаются любимым делом. Для них это уже повод для радости, а для зрителей – эффектное зрелище. Алина Саваш, Александр Соломкин, Первый Мытищинский.